Привет, с вами Хелпер, и сегодня я сниму обзор на свою карту, которую я строил. Карта категории паркур. Что ж, мы приступаем к паркуру. Поехали! Bounce. Пойдем к первому уровню. Вот. Здесь это будет открыть. Так, сюда я дошел, надо обратно теперь. Давай, давай, я помню тебя. Давай. Да! Так, стоп, тут я. Второй уровень. Нежный парк. Давайте с первой пытки. Если вам нравится карта, ставьте лайк. Ссылку я оставлю на эту карту в описании. Второй уровень. Идем к третьим. Нет. Друзья, я старался. Пожалуйста, поставьте лайк. Я смогу. Я смогу. Не смог. Не смог. Меня бомбит. Я по закадрам, ну, извини, этот кур. Просто реально его. Я так вначале, когда его даже построили, поэтому. Друзья, меня бесит этот уровень. Я сделаю это. Просто-напросто не могу пройти свой собственный паркур.
видели? Давай, дайте. Да. Да ну нафиг. Я сейчас его не пройду, я то же самое сделаю, что и с третьим уровнем. Реально, да ну нафиг. Я устроил для себя, друзья, я его устроил для вас, так что вам его подарите мне. Ну, да, это вообще ништячный уровень. Если я там не смог пройти, то... Да, просто бабану. Да, я прошел. Видите, туда. Да ладно. Как легко. Что здесь? Ну, здесь вы можете увидеть. Вот он у меня вот так сверху выглядит. Как человечек какой-то реально. И да, если вы не верите, что это мой паркур, заметьте, я всегда делаю на своем паркуре вот такие вот это. Автор карты и настоящий. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.